Знаменитый косоглазый опоссум Хайди из зоопарка Лейпцига станет одним из героев телешоу на американском телеканале ABC. Программа будет транслироваться в ночи вручения премии «Оскар» перед самой церемонией. Хайди уже звезда немецких СМИ, а ее группа поддержки в социальной сети Facebook насчитывает более 300 тысяч человек. Какая именно роль отводится животному в шоу Джимми Киммела, пока неизвестно. Но, скорее всего, речь идет об угадывании будущих обладателей «Оскаров». По всей вероятности, продюсеры телешоу надеются, что опоссум сможет повторить успех другого немецкого животного, осьминога Паули. Стоит отметить, что опоссума не повезут в США. Часть программы с его участием снимут в Германии. Хайди и ее сестра Наира – обе сироты, уроженки США. Они были привезены в Германию в мае 2010 года и вплоть до конца года находились на карантине. Хайди стала звездой после фотосессии животных, опубликованной в немецкой газете «Бильд».